Как оказалось, не все умеют правильно оснастить каякарь. Представляем каякарь оснащенный. Помимо самого каякаря, здесь присутствует специальная мотовила с 15 метрами прочного якорного фала, карабином для фиксации на лодке и правильным креплением. Что такое правильное крепление? К нижней точке фал привязывается намертво, к верхней точке через кабельную стяжку разрывное соединение. На всякий случай, если якорь засадили, обрываем эту стяжку, якорь переориентируется по-другому в пространстве, и его можно вытащить из какой-нибудь каменной расщелины. Дальше. Мотовило не простое, оно имеет особую форму. Для чего такая форма нужна? Вот здесь есть отверстие и специальный выступ. Когда мы отмеряем нужную длину веревки, после этого пропускаем в отверстие и обводим вокруг вот этого выступа. Все. Якорный фал у нас закреплен, веревка не размотается, не запутается. Хорошо и удобно. Все это аккуратно складывается и закрывается. Получается такой компактный, аккуратный сверточек, в котором уже есть и веревка, и мотовила, и сам якорь. Спасибо за внимание.